В Саратов прибыл соперник Артема Чеботарева Дмитрий Митрофанов. Накануне из Москвы прилетел рейс с делегацией спортсменов, которые будут участвовать в боях 13 сентября. Напомню, в Ледовом дворце спорта «Кристалл» состоится бой за звание чемпиона мира по боксу. В финале саратовский спортсмен Артем Чеботарев сразится с украинцем Дмитрием Митрофановым. Также в Саратов прилетели боксеры из Румынии, Франции, Кении, Египта, Германии и Эквадора. 13 сентября они также будут участвовать в боксерских поединках. По признанию Дмитрия Митрофанова, постарается не обращать внимания на то, что Артема Чеботарева в этот день будут поддерживать все саратовские болельщики. Украинский спортсмен готов бороться за победу до последнего. Подготовка прошла хорошо, проделали огромную работу, плодотворную, и показали потом хорошие результаты. Готовы сражаться. Ну а изучали, может, там видео его боев? Конечно, все просматривали, и обдумывали, анализировали и сделали выводы.